Никита Луховской, тоже неудивительно. Очередной праворукий нападающий. Ой-ой-ой, все делает красиво. И похоже, кстати, забивает Луховской. Однозначно вновь одна из лучших шайб, наверное, на этой неделе. Ну и давайте смотреть. Движение раз, движение два. Убирает шайбу и между ног вот так вот направляет. Причем вроде бы даже направилась-то она так нехотя, еле-еле, но все равно залетела.